Смертельный тест-драйв. На трассе при въезде в Херсон разбился новый спорткар «Лексус». В результате ДТП погибли все, кто находился в автомобиле. Водитель, консультант автосалона и покупатель. Авто выехало на тест-драйв и, по словам очевидцев, спорткар разогнался как минимум до 200 км в час. Правой стороной зацепил обочину, автомобиль занесло, он врезался в дерево. После удара на месте происшествия загорелась сухая трава, пожарные погасили огонь. По факту ДТП открыто уголовное производство, проводятся необходимые экспертизы. Оливный шлях наразі відобразився на проїзній частині, він не дуже великий. Но це не значить, що там в нього якась була. Коментувати, що це була швидкість якась там за 100 км, за 200 км, ми не можемо. Це все проводиться тільки експертним шляхом.